сразу вспоминается, я сама, да, вот я сижу, я президент, у меня утро, что бы я поменяла? Убрала бы валюту вообще, убрала бы евро и доллары исхода. Одним днем превратила бы их в бумагу и уважала бы рубль. И я думаю, что многие люди меня бы поддержали. Вообще перестали бы беспокоиться и выключили РБК, все.